В нашій студії сьогодні завітала волонтер Мила Юрченко. Вітаємо вас. Добрий день. Ми вже не один раз зустрічалися в ефірі ранкової програми «Новий день», обговорюючи допомогу геріатричному пансіонату. Хочемо ще раз нагадати нашим телеглядачам, яким чином вони можуть допомагати людям похилого віку і розказати про те, як працює ваша команда на допомогу геріатричному пансіонату. Ну, начнем с того, что помогать людям пожилым можно всем, и не обязательно это может быть пансионат или приют, дом престарелых, неважно, даже любой бабушке в магазине мы можем помочь, да, или на улице, по соседству бывает, то есть не обязательно привязываться, ну, к каким-то учреждением. Так получилось, что мы уделяем, ну, моя команда, да, уделяет время и внимание пансионатам, потому что там очень большое количество людей, и естественно, что в одиночку очень трудно, ну, справиться, уделить внимание вот на данном На данный момент 109 человек в гериатрическом пансионате. Да. В прошлом году было 90, сейчас вот увеличилось количество, более около 50 лежачих. И вот одному человеку, да, или одной семье очень трудно прийти и уделить внимание всем вот 100 людям. А кого-то, кому-то не подойти, не уделить внимание, ну, как бы тоже так не получается. Ежедневно ходить тоже такой возможности нет. Поэтому вот такие массовые мероприятия, ну, мы зачастую привязываем, конечно, к каким-то праздникам. К сожалению, нет такой возможности просто ежедневно проводить такие акции. А в данный момент ближайший праздник – это День соцработника, и нам бы хотелось просто отметить еще тех людей, которые находятся рядом не только там по долгу службы, но и по зову сердца. Я не буду говорить о зарплатах и всем остальном, но те же простые санитарочки, которые ежедневно связаны вот с этой работой, да, они работают не столько за эту минимальную зарплату, они приходят, они для них и друзья, и заменяют детей, и помогают, и кормят, и своего рода психологическая вот помощь, да, и мы хотели бы вот сейчас от, как бы их отметить, подарить им тоже какой-то небольшой праздник, включая бабушек, дедушек тоже, вот, они любят очень концерты, очень любят праздники, ну и также, само собой, угощение. Щодо концертної програми, будемо все по драбинкам розділяти. Щодо концертної програми, хто може долучитися, якщо у когось є талант до виступу, хто може стати учасником? Ну, учасником можуть бути як якісь хореографічні колективи, там театральні студії. От на даний момент отозвався Віктор Смірнов. Предложил, да, вот свою помощь. И буквально вот вчера вечером связались Вячеслав Дранников, это Фокус Лавик. Он тоже предложил, он неоднократно уже с нами принимал участие во всех мероприятиях, то есть он с удовольствием всегда присоединяется. Вот. Еще буквально вчера мы разговаривали с Дмитрием Толпе, который тоже сейчас пока вот думает, как бы тоже вот присоединиться. Есть, ну, люди обращаются. Обращаются, и неважно, как бы в какой форме, кто-то может петь, кто-то может танцевать, а кто-то может просто, ну, прийти и к концерту, там, подарить шарик, открыточку, цветочек. Ну, как бы это тоже очень важно и тоже часть концерта. Щодо сюрпризу для соцпрацівників, для санітарочок, я знаю, що окрім концертної програми, ви влаштовуєте збір і на подаруночки. Невеличкі, можливо, не зовсім суттєві, але настільки важливі саме для того, щоб вони знали, що їх праця не є марною. Ну, да, конечно. Ну, мы зачастую собираем на подарочки бабушкам, дедушкам, естественно, это угощение. Ну и в такие праздники, то, естественно, мы отмечаем и как соцработник. Как зачастую это бывают сладости, просто как бы мелочь, но приятно. Про подарунки для жителів геріатричного пансіонату. Ми знаємо, що окрім бюджету, який виділяється на цей пансіонат, все одно є потреба
у засобах гігієни, у ще чомусь. Хотілося б дізнатися, ми бачили у вас на сторінці соціальних мережах невеличкий список того, що вони потребують, і, можливо, хтось захоче долучитися і допомогти, нехай невеличкою долею, але це буде гарний вклад. Ну да, смотрите, бюджетные средства – это хорошо, и ни для кого не секрет, что для наших стариков, к сожалению, этих средств, как и пенсии, ну это капля в море. И если выделяется на один день им по одному или по два памперса для лежачих, то ну, это большая проблема. Люди не могут позвоночку вот так вот справлять нужду. Поэтому памперсы – это ну, первая необходимость, которая ну, для них и помощь для наших вот, соцработников, да, и для самих людей. Вот. И угощение. Угощение в виде, почему мы постоянно берем вот, в виде сладостей, потому что ну, этим особо не балуют. Да, есть такие потребности, нужды, как вот питание, все, они в этом не нуждаются, одежда тоже у них есть, все. В принципе, у них есть все, им не хватает внимания очень сильно, и вот, вот какого-то лакомства. Как, вот. Есть люди, которым нельзя сладкое, да, мы стараемся с сахарозаменителями, но все проходит под наблюдением специалистов, естественно. Зараз хотілося б від вас почути, як можна долучитися до ваших зборів, до вашої підготовки до Дня соціального працівника і взагалі, як можна допомагати на волонтерських починаннях вашій команді для того, щоб дійсно допомогти людям похилого віку? Ну, у кого є бажання, ми з радістю приймаємо любую помощь. Мы рады будем участию и физическому. Буквально вчера у меня спросили, как можно помочь, если я не могу на 100 человек, а на одного. Неважно, если это будет один банан или килограмм мандарин, мы очень рады. И желательно ну, присутствие и увидеть, кому и как ты передаешь, увидеть глаза эти счастливые, можно связаться со мной на страничке Фейсбука, в личном сообщении я оставлю контакты, без проблем. А чи можуть миколаївці звертатися до геріатричного пансіонату із тим, що вони хочуть надати допомогу? Чи готова буде адміністрація пансіонату прийняти цю допомогу? Да, администрация пансионата всегда встречает и нас радушно, и других людей, которые желают помочь, она только приветствует. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Ми сподіваємось, що подія, яку ви готуєте, пройде дійсно яскраво, і вона залишить яскраві спомини не тільки у жителів геріатричного пансіонату, а й у працівників, соціальних працівників, які також працюють, як ви сказали, не за бюджетні кошти, а дійсно за покликом серця. Я нагадую, що до нас сьогодні завітала волонтер Мила Юрченко.